Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, мы играем в Uncharted. Продолжаем путешествие Дрейка, это вторая часть, среди воров. И глава называется «Где я?» Где я? Я, в общем, оказался в каком-то тибетском городе или деревушке, в общем, небольшое какое-то поселение. Меня спас чувак, спасибо ему, конечно, подлечил, я уже хотя бы хожу нормально, но где я не понимаю, куда идти тоже. А, вот он зовет меня, кстати. Так что все нормально, сейчас расскажет. Ну, как расскажет, я его не понимаю по-тибетски, я вообще не шарю. Ясно, за тобой. Пора идти. Ну, давай, показывай, куда идти. Люди, тут что-то выращивают, короче, люди ходят кругом. Что? Давай побыстрее чуть-чуть шагай. Веди куда-то, вон куры ходят. Куда ты меня хотел отвезти-то? Покажи, что хотел. О! Можно в мячик поиграть. Давай, ребята, поиграем в футбол. Ну вот и все. Пасуй, пасуй. Черт с ним. Ладно, некогда нам в футбол играть, пойдем за чуваком, за этим. И что ты меня привел сюда? Нифига не понимаю, что ты говоришь там. Ты пальцем хоть покажи, что ли, а? А, идем дальше, ладно. Ну, большая деревушка, вон сколько домов здесь. А в горах снег. Все-таки, значит, это зима была, все правильно. Может, я и недолго лежал, пока меня лечили. Какие дети, где дети? А, вот дети сидят. Дети, я вас видел, все нормально, пошли дальше. Вон что, Лена здесь. Ага, хорошо. Привет, Лен. Слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Поаккуратней как-то, а. Хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Несколько дней. Я пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет, нет, это привет от Флина. Я, не Аго Цэ Сонг. Типа, наверное, там идем. Тебе повезло, что тебя ты выжил вообще. Человек. Не, ну молодцы вообще, нормально, хоть приютили все. О, а вот и наш таинственный гость. А это кто гость? Такой? Нейт, это Карл Шафер. Как здоровье? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу. Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да. 70 лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли. Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле, целью был Чинтамани. Так... Друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Вам все расскажи, да, где я взял? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает. Я очень признателен за вашу заботу, на самом деле, но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Ну, такой дед подбадривает еще. Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везунчик. Меж тем, все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит.
Хватит, надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся, не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот, кто завладеет всем камнем? Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Давай, давай, удиви меня. Тензин, Тинсан Адала Тингокере. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Что? Не ням да что? Карачасо. Пойму, если я доживу. Ну давай, счастливо. Опять меня на приключения куда-то отправили. Ладно, пойдем за этим чуваком. Делать же нам нечего больше, как вот ходить только. О, заманчиво. Что это значит? А, так он ответил тебе. Зачем спрашивал? Все понятно, да, такой. Все, все ясно. Я не понимаю тебя, приятель. Купа, что мне делать? Стой! Тензин! Зачем это нужно? Сейчас вон Тензин этот все покажет, зачем это нужно. Высоко в горах. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Всем удачи, всем пока.